Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы, пожалуй, поговорим о самом милом достижении в этой игре: достижение котики. Наградное звание Безумный кошатник или Безумная кошатница. Требование на самом деле весьма обычное. Нужно собрать 20 котиков из перечисленного ниже списка. Весь список это 25 котиков, то есть каких-то условно 5 штучек мы можем заигнорить с целью того, чтобы получить это достижение. В тот момент, когда люди обычно открывают это достижение, они пугаются. То, что, например, у них получено там 2-3 котика, а по итогу нужно собирать еще очень и очень много. Не пугайтесь. Все эти коты, все эти киски достаются довольно-таки легко. Какие-то покупаются, какие-то откуда-то достаются. В общем, разный у них способ получения. И с целью того, чтобы все это систематизировать, с целью того, чтобы наглядно абсолютно все это рассмотреть, я сделал небольшую экселевскую таблицу, которую мы с вами сейчас детально проанализируем. Ну что ж, вот эта табличка. Абсолютно все расписано, абсолютно все кошечки и абсолютно все способы получения указаны. Например, давайте изучать потихонечку. Серая полосатая кошка. Она стоит первая в списке в варкрафтовском достижении, поэтому тут тоже на первом месте. Либо рандом дроп в Хиллсбраде, либо мы покупаем ее на аукционе за 23 тысячи голды. Абсолютно все цены, которые вы тут видите, если они связаны не с вендором, то это те цены, которые указаны на Гордуне на период 30 августа, а именно 10 утра по московскому времени. Цены на аукционе весьма нестабильны. Они могут быть чуть выше, чуть ниже, но по крайней мере это весьма неплохой ориентир для вас. Окей, okay. с целью того, чтобы абсолютно все это дело глянуть получше, я раскидаю все это дело по алфавиту, и мы уже будем анализировать, какие кошечки достаются проще, а какие тяжелее. Итак, мистер Бигл Сорт, кошка-фамильяр, серая полосатая кошка, Детеныш ночного саблезуба, призрачный тигренок и детеныш саблезуба ярмарки Новолуния, они могут быть куплены на аукционе. Окей, начнем с конца. Детеныш саблезуба ярмарки Новолуния. Либо мы тратим 90 купонов, либо мы тратим 5000 голды на аукционе и у кого-нибудь покупаем. В принципе, сумма небольшая. Я думаю, много кто себе может позволить этого питомца. Поэтому мы ставим зеленую ладочку сюда. Далее, призрачный тигренок и детеныш ночного саблезуба – это ТСГшные питомцы с коллекционных карточных игр. Ну, знаете, карточки такие всякие раньше выпускались, и там можно было спектрального тигра лутануть в виде маунта. Ну, есть и питомцы, там и игрушки есть еще различные. Вот, ну, как говорится, речь о питомцах. И эти питомцы, они, да, довольно-таки дорогие. Не каждый человек может себе позволить этих питомцев. Поэтому мы ставим им красный цвет. То, что не для многих эти питомцы доступны. Окей. Серая полосатая кошка. Либо рандомный дроп в Хилсбраде, либо мы тратим 23 тысячи голды на аукционе. 23 тысячи это не такая большая сумма, поэтому мы ставим желтый цвет. Но все же кому-то она может ударить по карману. Далее, кошка-фамильяр. Что такое 150 сладостей? 150 сладостей – это вообще ничто в целом. Это легко фармится в течение праздника. Но если вам нужно срочно сделать это достижение, то, конечно, вы можете купить этого питомца на аукционе. В принципе, довольно-таки доступный питомец для любого спектра людей. Мистер Биглсорд. Он дается за достижение рейд питомник номер один. Нам нужно лутать всяких питомцев, которые добываются в классических рейдах. И я прописал абсолютно всю цену для всех питомцев. Самая дорогая – это капля с анкеража. 8500 голдишки она стоит. И то есть суммарно получается все питомцы стоят около половиной тысяч голды. Если у вас есть капля, то вам останется потратить всего 4000 голды. Либо дропаете сами питомцев в классических рейдах, либо покупаете на аукционе. В принципе, цена не особо бьет по карману, поэтому мы ставим зеленый цвет. Далее, битвы питомцев. Это кошка текучего пламени, это детеныш гепарда, это кошка, хотя в достижении написано кот, но это просто локализаторы так постарались. Детеныш снежного леопарда и песчаный кот. Это битвы питомцев. Это все делается легко. Самое главное не убейте этих питомцев. У них очень мало хп, у них очень малый левел. Вот, не убейте их. Ставим им зеленый цвет. Это вполне доступные питомцы для каждого человека для каждого игрока. Далее следующие кошки продаются у вендора за определенное количество серебра, но это вообще смешно, да? Либо голдишки. Там, наверное, если репутация еще прокачана то еще дешевле все это дело будет стоить. Мы ставим этим питомцам зеленый цвет. Это доступные питомцы для абсолютно всех 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 людей. А бомбейская кошка, Корниш Рекс. Рыжая полосатая кошка, серебристая полосатая кошка, пятнистый кот, до ледопарта зимних ключей, сиамская кошка и белый котенок. Какие-то питомцы покупаются в каких-то определенных локациях. Белый котенок, по-моему, продается у мальчика, который ходит по Штормграду. То есть, возможно, вам придется его чуть-чуть покемпить. Не хотите кемпить? Идите на аук, покупайте этого белого котенка. Какая там будет цена, не знаю, наверное, хорошенькая довольно-таки. Окей, донатные питомцы. Не каждый человек хочет вливать в игру дополнительные средства, особенно на питомцев. Красный цвет. Далее, детеныш пантеры. Чтобы получить детеныша пантеры, нам нужно делать квесты в северной тернистой долине. Там особый квестлайн, и мы получим этого питомца. Хотя кто-то говорит, что эта цепочка уже удалена, и она была доступна только в катаклизме. Если цепочка доступна, хорошо, это плюс питомец. Если нет, увы. Далее, сапфировый тигренок. Профессия, ювелирное дело. Он дешево стоит, он легко крафтится. Зеленый цвет. Сюйфу, детеныш, сюэня. Он достается с турнира небожителей. Турнир небожителей, я не скажу, что это слишком сложно. Мы просто заходим на сайт под названием wow-petguide.com .com или .ru, не помню, как он правильно, .com, по-моему И там указаны абсолютно все сетапы питомцев Которые нужны для убийства определенных um, укротителей питомцев на турнире небожителей Собираем сетапы, прокачиваем питомцев, делаем Но если у вас вообще нету питомцев, то, наверное, это будет весьма такое трудоемкое занятие В общем, для определенного, как говорится, спектра людей Желтый цвет что у нас по итогу? Сколько питомцев мы можем получить довольно-таки легко? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Восемнадцать питомцев указано зеленым цветом. Еще двух нужно подумать, откуда брать. Имеете много голды? Купите это питомцев. Имеете много финансов? Купите донатных питомцев хотите подропать питомца, если, или у вас есть тоже неплохое количество голды, то серая полосатая кошка. Имеете много питомцев, каких-либо прокачанных, турнир небожителей. Как-то так получается. 18 легких питомцев, 2 под вопросом и 5 питомцев. Из этого списка не все люди смогут себе позволить. Ну, на самом деле, скажу так, то, что некоторые питомцы передаются, да, по-моему, не некоторые, а почти все из этого списка. То есть те, что у вендоров продаются, те, что ТСГшные. Что еще передается из этого списка? Да и все. Серая полосатая -то кошка тоже передается. Вы можете найти человека в гильдии, например, или поспрашивать у знакомых. Я думаю, они с радостью дадут вам поддержать какого-либо питомца с целью того, чтобы вам просто засчиталось это ачива вам не обязательно носить с собой постоянно всех этих кошечек. То есть вы можете оставить из этого списка, ну, буквально там одну штучку, а всех остальных продать. Да и все. То есть всех остальных питомцев можно там позаимствовать, поизучать, вам засчитается это ачива, и вы потом обратно раздадите всех этих питомцев. Не передаются из этого списка, по-моему, мистер Бигл Сорт, потому что дается за ачиву. Не передаются питомцы с битвы питомцев не передаются питомцы, которые получены с турнира небожителей. Детеныш пантеры, по-моему, тоже не передается. И донатные питомцы, по-моему, они тоже не передаются. Да, я прав. Донатные питомцы не передаются. Как-то так. Я думаю, видосик реально будет полезен тем людям, которые хотят получить это достижение. Потому что в последнее время вопросов стало довольно-таки много об этом. Я просто начал с этим званием, чуть-чуть бегать, и у людей проснулось желание тоже, наверное, его сделать. Окей. Успехов желаю вам в этом нелегком деле. Собирайте питомцев, спрашивайте знакомых. У вас все получится, я в вас верю. Берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании и о совместных рейдах. До скорого!